Огромное количество резвых ребят разных возрастов, как мальчики, так и девочки, во главе с родителями сегодня собрались, чтобы лично познакомиться с именитыми олимпийскими чемпионами в спортивной школе Джафаровых. С приветственным словом выступил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов. Яркий момент, как пример подражания, как будущее для Республики Дагестан и для Российской Федерации. Еще Торжественное мероприятие открылось гимнов России и Дагестана. Также гостей встречи порадовал ансамбль «Лезгинки», который исполнил национальный танец. Это впервые проводится вообще за историю дзюдо в России. Такой хороший большой мастер-класс. И это он будет проводиться не только в Дагестане, но и по всему Северному Кавказу. И ребята, которые нас посетили, это ребята, те, которые за период развала Советского Союза, которые первые ласточки, так называемые, первые проходцы, которые дали результат, олимпийский результат, они были чемпионы Олимпийских игр. Мастер-класс от чемпионов начался с разминки. Ребята собрались в круг и повторяли по командам действия чемпионов. Все с азартом в глазах впитывали полученные знания. Это наша обязанность встречать таких легенд дзюдо, и очень рады, что сегодня видят, сегодня в республике, они делают тур по республике и потом уезжают в соседнюю республику. И это для нас очень важно и для наших ребят, которые подрастающие поколения. После демонстрации культовых приемов чемпионов и их отработки, ребятам предоставилась возможность лично побороться с чемпионами на ковре. Подрастающее поколение, конечно, это большое подспорье. Поэтому хотелось бы нашим ребяткам пожелать, чтобы они были такие же, как они, фанаты своего дела, и принесли пользу для нашей великой страны России. После физической нагрузки чемпионы и юные спортсмены, собравшись в круг, задавали друг другу интересующие вопросы. Очень приятно, да, вот, то, что они пришли показывать мастер-классы. То, что вот так мы можем увидеть их технику борьбы, их броски. Как они показывают разные стили борьбы.